Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики, друзья. И сейчас сегодня я с вами пришла, я не очень рано, но и не поздно. И сейчас посмотрим, что же у нас здесь есть интересного. Это старая Франция, конец 19-го. А сколько стоит? 25. Она шикарная, конечно. Ну, она, это как здесь работа какая. Это первая моя покупка, вот такая замечательная салфеточка. Бедненькие. Эти коралловые бусы, конечно. Еще раз, 1500, да? 3500. А, 3500. А те поменьше, они подешевле, да? Лосось 3500. А, тоже. Есть поменьше нитки длинные, отдельно нитки, без вот этих вот. Понятно. Которые несколько раз накручиваются, вот они подешевле. Спасибо. Ой, финифт, ой, боже мой. Помните мои бусы? Которые вот я говорила, что покупала как коралловые. Но видите, вот мне опять же здесь сказали, что это якобы коралловые бусы. Не знаю. Еще одни. Ну вот не знаю, все-таки коралловые или нет. Но видите, на рынке они были как коралловые. И теперь меня мучает вопрос. Все-таки это бисер или кораллы? Бисер или кораллы? Пожалуйста, вот кто знает про индийские украшения тех лет, 60-е, 70-е, напишите все-таки, что это такое, бисер или кораллы. Чего только нет на этом блошином рынке. Но больше всего, конечно, украшений и посуды. Но я-то сюда пришла не за этим, я пришла за определенными вещами. Мне нужны были шкатулки для украшений. И вот перед вами, вообще-то я на рынке купила две шкатулки, но вот перед вами одна из шкатулок. Она сделана из бересты,
достаточно красивая, квадратная. До сих пор от нее исходит чуть заметное благоухание березы, что делает ее, на мой взгляд, еще более привлекательной. И в отличие от многих подобных шкатулок из бересты, она имеет каркас из древесины, что делает ее прочной, то есть она может выдержать мои бусы и другие украшения. Сейчас мы измерим ее стороны. Вот с одной стороны 16 сантиметров, с другой, естественно, тоже 16, и высота 6 сантиметров. Ну, по всей видимости, ее сделали в Томске. На темном фоне вы видите берестяные кружева более светлого цвета. Это вы видите жар-птицу. Вот то ли это жар-птица, прилетевшая к нам из русских сказок, то ли финист ясный сокол, бессмертная птица счастья вечной молодости. Но в русских сказках это образ возрождения и обновления человека. Днем птица финист, птица ночью превращается в царевича. Это вечно молодая и победоносная птица, воин, защитник Руси, заветов предков и справедливости. И вот, наконец, моя вторая шкатулочка, которую я купила на блошином рынке. Кожаная, идентичная, кстати, у меня есть. Если вы помните, я там храню свои серьги. И вот эта вторая кожаная. Ну, она такого же размера, как и та, прямоугольная. Но сейчас мы измерим ее стороны. Вот эта сторона 18 сантиметров. Ну, а вот эта вот 11. И высота у нее 5,5 сантиметров. Помните, такая шкатулка у меня была. А это вот идентичная этой, такого же размера. Но, правда, если здесь замочек, то там замочка нет. Это шкатулочка из Египта. Продавали в СССР где-то 60-70-е годы. Здесь жёная кожа, тиснение золотом. Они были очень популярны в свое время. Смотрите, как при электрическом освещении красиво блестит золото на этом рисунке. Ой, такая красивая шкатулочка. И кожа красивая. И рисунок. Ой, ну просто роскошная, роскошная покупка. А главное, очень нужная. Потому что украшения уже класть некуда. Красота. А сейчас здесь хранятся украшения из раковин, из ракушек, браслет. Ожерелье. И вот такие вот красивые серьги. Дорогие друзья, ну а теперь я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, вам было интересно со мной и вам понравилось приключение на рынке. Я вам благодарна за то, что вы досмотрели до конца. И всего вам самого-самого чудесного. Давайте наслаждаться, пока еще есть лето, которое мы вообще так долго ждем и которое так быстро пролетает.